днем победы Советского Союза, Великой Отечественной войне. День победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник. Конечно, очень понравилось. Ребята профессионально выступили, особенно под песню «День победы», скажем так, слеза наворачивается. Понравилось. Если будут еще такие мероприятия, обязательно будем приходить смотреть. День победы, день победы, день победы. Мероприятие отличное. Даже вчера попали сюда на генеральную репетицию, но сегодня просто поняли, что нужно обязательно прийти посмотреть. Потому что это так красиво, так здорово. Вот эта музыка, лошади, всадники, очень здоровско. Мероприятие просто отличное, как раз ко Дню Победы. Объявляется минута молчания. Сегодня, 9 мая, конная школа верховой езды, Центр национальных конных традиций подготовил большую программу на территории, которая пользуется большой популярностью. Это было сегодня заметно по количеству участников, которые сегодня присутствовали и наслаждались всем тем, что подготовил этот коллектив. Поэтому всех поздравляем с 9 мая и еще раз славим благодарностями всему коллективу, который сегодня выступил. Только успехов, только вперед, только побед в мирное время. Ну, во-первых, я хочу поздравить всех с победой. Я очень горд. Я прошелся со своими дедами на площадке ВДНХ, Центра национальных конных традиций. С праздником! Ура!